Рахматгуна Яфа Апа, она прожила 96 лет, век. После себя оставила доброе имя, четверых детей, внуков, правнуков, праправнуков. Яфа Апа, я могу назвать ее смело. Она есть показательная женщина среди бухарских наших женщин. Яфа Апа родилась в 1922 год, город Самарканд. 1941 год она создала семью Рахматгуна Гавриэль Коптиев. Вместе они прожили 29 лет. Рахматгуна Яфа Апа, когда мужа не стало, ей всего было 48 лет. После этого она прожила без мужа 48 лет. Ошан Фарзандо, Йосеф Джон, Лида, Иляу, Рафаэль, Неверахо, Керино, Эла, Света, Бела, Томо Бошан Саламат, Ноарон, вот целый год они сделали то, что нужно было делать для этой великой женщины. Когда ей не стало, недели было ушло, каждая неделя было ушло, каждый месяц было ушло. Вот вместе мы сегодня с вами на годовщину. Мы провели шаббат, лучший шаббат, саудат шлиши, выступали худого, неверого, тустого. Все говорили громко. Она была великой женщиной. Рахматгуна Яфа Апа, мы с ней жили по соседству. Я был вхож в этот дом. Вот кто бы ни зашел в этот дом, факат азнауни ингас дуао. Всегда положительные. Положительные слова и положительная энергия шла от этой женщины. Рахматгуна Апа Яфа, она воспитала своих детей Одамбери, Одампарвари, Дусти. Вот такая она была женщина. Дети, многие годы в создании нашей общины Бет Гавриэль, они всегда первыми у истока. Вот несколько месяцев назад мы закончили строительство нашей миквы, которая носит ее имя.